варианты. Режиссер Джузеппе Лагана. Да. Ты уверена в нашем маршруте? Да, уверена. А теперь не шуми, я звоню папе. Ты говорила, что нам нужна гора Альпузу, так? Альпузу или не Альпузу? Слушаю. Ну, конечно, Альпузу, гнилая ты башка. Тильда, это ты? Да, это я. Но это я не тебе говорила, а Фархату. Мне всегда казалось, что он умный юноша, никакая не гнилая башка. Да, вообще-то его интеллект не ниже среднего. Не ниже среднего? Проблема в том, что он 11 раз просил меня, правильно ли я рассчитала маршрут. Он зря волнуется. Как можно не доверять моей чудесной, удивительной, гениальной дочурке? И вот я гениально рассчитала, что нам надо держать курс на гору Альпузу, что в пустыне Сахара, где появится 6-й кусочек Шеримана. И вы, как всегда, торопитесь, потому что времени у вас почти не осталось. Именно так, папа. Ты знаешь, что Эгахан и Сморчков взяли в плен кузенов Бена, чтобы остановить нас? Боже милостивый, горе-то какое! Не волнуйся, мы их всех спасли. Но теперь нам надо спешить, потому что у нас осталось всего лишь 36 часов, 18 минут и 27 секунд. Поехали, нам пора. Летательное снадобье готово? Некоторые ингредиенты должны лежать в воде еще 2 дня. Но у меня есть одно снадобье для верблюдов. Отлично. Все по верблюдам. Брат верблюд, я вверяю тебе свою жизнь. Не говоря уже о своем мягком месте, так что постарайся без тряски. Снадобье для верблюдов готово. Это еще что такое? Это какой-то рыцарь. Ужас какой-то. Ужас. Надо же, я много веков не видел никого в такой железяке. По-моему, он не рад нам. Нам некогда, Али. Разберись с ним, пожалуйста. Есть, босс. Мне только надо снадобье поменять. Воин! Что за дребедень? Я отдал за него такую уйму денег, а толку с него ноль. Мои идиотские инженеры уверяли меня, что он непобедим. Фафуфники, всех повольняю, честное слово. Вот как? Ты слишком легко сдаешься, Сморчков. Я думал, ты все еще объедаешься моей нефтью. И я хотел сказать, собираешься с силами. Так и было, пока я не почувствовал, что ты опять что-то замышляешь и решил проверить. Я просто хотел сдвинуть дело с мертвой точки. Я вовсе не имел в виду тебя обидеть, хозяин. Я не обиделся. Наоборот, твои беспомощные выдумки навели меня на одну хорошую мысль. Ты слышал о кодексе чести бедуинов? Ты имеешь в виду глупые правила, в которые верят эти честные немытые туземцы? Ты недооцениваешь важность бедуинской честности, потому что она поможет мне заполучить Фархата с потрохами. Принц Фархат Бен Ассер, я вызываю тебя на дуэль в соответствии с кодексом чести жителей пустынь. Эта глупая жаба не понимает, что ли, что ночью люди спят? Это опять он? А у меня еще осталось снадобье. Нет, подожди. Разве ты не слышал, что он сказал? Он вызвал тебя на дуэль. Если хочешь идти, выбей из него пыль. Бен, мой меч. Сейчас.
Ты что, собираешься? Не волнуйся, Тильда. Он у меня в отличной форме. Но, Али, через несколько часов его ждет 6-й кусочек. Зачем ему рисковать? У него нет выбора. Не вмешивайся! Фархад! Почему, Бен? Рыцарь вызвал его на честный бой. Ну и что? Если Фархад откажется от боя, он запятнает свою честь. А легенда гласит, что волшебный принц должен оставаться чист, чтобы успешно выполнить миссию. Кто это может быть и почему он преследует нас? Это, наверное, призрак древнего воина. Может, мы на его территории. Но если он призрак, то зачем же... Мужчина или призрак, вызов есть вызов, Тильда. Мне не понять. Все будет хорошо. Молодец, дружище! Рыцарь ты или нет? Я так и думал. Это призрак. Давайте пока сложим шатер и потихоньку улизнем. Хорошо? Ты права, Тильда. Нам пора. Бен, ты не против? Я смотрела, как ты сражался. Ты был неподражаем. Ты настоящий рыцарь. Но если ты будешь и впредь подвергаться ненужному риску, я тебе уши надеру. Вот уж не ожидала услышать ничего подобного от принца крови. Но это правда, когда я не выспался, я как половая тряпка. Принц Фархад Бен-Асер! О, песчаный буре, а где ты это слышал? Я вызываю тебя на дуэль в соответствии с кодексом чести жителей пустынь. Нет, только не это. Ты же, надеюсь, будешь умнее и не станешь ввязываться. Кодекс чести не оставляет никому выбора. Нет? Ну что взять сумасшедшего? Теперь моя очередь. Посмотрим, сколько ты продержишься. Ладно, повеселились и хватит, нам пора. Напоминаю вам, что времени у нас в обрез. Скорее. Этот несчастный слабак Фархад не может осилить своим умишкам дьявольской ловушки, в которую я его заманил. Амара Хешишин Шама Шаленки! Вперед! Впереди у тебя много дуэлей! Бесконечно много! Ну что, сверим маршрут? Мы едем правильно. До Альпузу 7 часов отсюда. Со снадобьем Али верблюды как по воздуху летят. За нами никто не угонится. Даже всадник-призрак? Клянусь своим шлемом. Тогда верю. Кажется, ты проспорил свой шлем. Принц Фархад Бен-Асер, я вызываю тебя на дуэль в соответствии с кодексом чести жителей пустынь. Бен, поставь шатер, пусть Тильда отдохнет, а я пока с ним справлюсь. Это не мне надо отдохнуть, а голове твоей упрямой. Ради всего.
всего святого. Останови ты его. Ничего не могу сделать. Конечно, чего же можно ожидать от такого пустоголового болвана? Я понимаю твое чувство, Тильда, но кодекс чести жителей пустыни совершенно не оставляет вариантов. Ответивший на торжественный вызов не может рассчитывать на помощь ни до, ни во время, ни после дуэли. Какая нелепость! Иными словами, тот, кому помогли, должен понимать, что честь его запятнана навсегда. Просто смешно. А он не прост, этот призрак. Фархад, хочешь я... Держи себя в руках! Ни до, ни после, ни во время дуэли. Я знаю, но ты только посмотри на него. Послушай, Али, тебе не кажется странным, что я сделал из него паштет, а у него от этого только прилив сил? Сам понимаешь, призрак есть призрак. Но разве призраки не живут в каком-то одном месте? Сколько он уже за нами скачет? Это призрак-путешественник. В любом случае, я предлагаю пуститься в путь. Мы ведь серьезно рискуем пропустить шестой кусочек. Я знаю, почему вы сердитесь. Если бы я не дрался, мы бы давно уже отдыхали где-нибудь в теньке, а не стояли бы тут под палящим солнцем. Я вообще-то молчу. Принц Фархад Бенасер, я вызываю тебя на дуэль. О, нет! Проклятье! Езжайте, а я вас скоро догоню. Воды. Дайте мне воды. Мы не должны помогать тебе, друг. Терпи. Я в тебя верю. Меня достал этот спектакль. Молодец! Сумасшедшие. Вы просто сумасшедшие. Теперь можно ехать. Вы поезжайте, а я похороню его. Может быть, это принесет мир его страдающей душе. Покойся с миром. Благородный воин. Маши, ханки, шин, шамаш, халенки! Меня посетила отличная идея. Как ты думаешь, сколько еще продержится этот маленький уродец? Наш призрачный всадник отвлечет его и не даст ему добраться до шестого кристалла. И это будет его конец. Конец всех его надежд. Принц Фархад Бенасер, я вызываю тебя на дуэль в соответствии с кодексом чести жителей пустынь. Это невероятно. Принц Фархад Бенасер, я вызываю тебя на дуэль в соответствии с кодексом чести жителей пустынь. Принц Фархад Бенасер, я вызываю тебя на дуэль в соответствии с... Знаю, знаю, он снова пришел. Принц Фархад Бенасер, я вызываю тебя... Принц Фархад Бенасер, я вызываю... Принц Фархад!
это вершина горы Альпузу. Нельзя терять ни минуты. Принц Фархад Бен-Асер. Фархад, ты просто не имеешь права поддаться на уловку. Мы опоздаем. Я рад бы согласиться с тобой, Тильда, но не могу. Правда. Прости меня. Что? Ты что, не понимаешь, что сейчас произойдет? Мы опоздаем к нашему шестому кристаллу. В сарацинских хрониках сказано, что один лишь великий Ахмед Мавахти выдержал 17 дуэлей подряд, но погиб во время последней. А сколько раз уже сразился Фархад, вы знаете? Кажется, 16. 19. 19 бессмысленных боев. Он чемпион. Вы не понимаете, что его проигрыш – это только дело времени. Я понимаю, но кодекс... Для того ты ждал 900 лет, чтобы все провалилось из-за какой-то глупости. Глупо. Молодец! Я горжусь тобой! Это всего лишь царапина, не волнуйся. Я принесу аптечку. Нет, ты забыла, что я тебе говорил? Мы не имеем права помогать ему ни до, ни во время, ни после. Идите вы все к черту! Поехали скорее. Эврика, я забыла главный постулат логики. Решение каждой проблемы заключается в ней самой. Так что? Принц Фархад Бен-Асер, я... Заткнись! Наконец! Ржавая жестянка, здесь что-то странное происходит. Скоро я до этого докопаюсь. Побежали к остальным. Али Шамеш Ашин Шилах Шаленки! У нашего всадника что-то отвалилось. Я надеюсь, он не разваливается. Это из-за этой девки. Но ничего страшного, скоро от Фархада уже ничего не останется. Он свалится уже в следующем раунде, спорим? Как это? Я заработал свой первый миллион в азартных играх, ты не знал? Тихо, молчать, нельзя праздновать победу раньше времени. Он суеверен, никогда бы не подумал. Вот она, гора Альпузу. Да, но нам нельзя терять ни секунды, солнце садится. Принц Фархад Бен-Асер, я вызываю тебя на дуэль в соответствии с кодексом чести жителей пустынь. Сил нет. Ничего страшного, сражайся спокойно. Не отвлекайся, береги силы. Бен, поставь шатер. Али, пойдем со мной. Но это... Маска всадника. Я точно помню, что он у меня был. Вот. Это спектрограф. Спектрограф? Он делает радугу? Нет. Но он поможет нам отличить настоящего призрака от фальшивого. Держи, она улетает! Я поймал его. Он не успел далеко уйти. Посмотрим, посмотрим. Что ты там хочешь посмотреть? Так я и знала. Что знала? Песчаные бури, говори, Тильда. Эта маска сделана из вольфрама и молибдена. Кто они? И с чем их едят? Это металлы, открытые всего несколько лет назад. Это никак не может быть древний рыцарь. Значит, он не привидение. И сделал его, конечно же. Сморчков! О, Бури, что? Он решил... Какое черное коварство. Подождите-ка. Согласно кодексу чести... Да черт с ним. Я сейчас такое снадобье сделаю, потому что Фархада надо спасать. Торопись, он почти без сил.
Ядовитый укус! А теперь, храбрый рыцарь, ступай к тем, кто тебя придумал. Солнце садится. Еще чуть-чуть. Больше не могу. Али, выручай. Ёлки-палки, все самые лучшие эликсиры ушли на то, чтобы остановить всадника. Я могу сделать энергетическое снадобье, но мне нужно время. Сколько? Час. Моя тень отправится вместо меня. Извини, Фархад, эти сражения меня тоже вымотали. Так, вот и Бен пригодился. Пойдем, мой юный хозяин. Бен, ты это делал, когда я был маленький, теперь я тяжелее. Молчи, держись. Они раскрыли наш план, но это не страшно. Ему очень плохо, и мы должны этим воспользоваться, а это несложно. Демон Эгахан и Абдул Сморчков, я вызываю вас на дуэль. Что это такое? Пошел прочь, кретин! Как ты смеешь? Прочь! Я вызываю вас на дуэль в соответствии с кодексом чести жителей пустынь. Мне кажется, у нас тут маленькая проблемка. Работайте ноги, мы уже почти пришли. Тень, твой выход. Давай, вперед. Не уверена, что я осилю. Ты должна осилить. Да, свет. Не могу достать. Есть! Где я? Сколько времени? Я жив вообще? Подожди секунду. Я поставлю тебя на ноги хорошей дозой энергоснадобья. Что там с шестым фрагментом? Ты разве не знаешь? Чего не знаю? Он у тебя в руке. А что приключилось с тем всадником? Мне кажется, он вступил в честный бой с теми, с кем надо. Чертов вояка! Он мне за это заплатит! Да, но сначала... Что сначала? Демон Эгахан и Абдул Сморчков. Я вызываю вас на дуэль. В соответствии с кодексом чести, сначала нам надо избавиться от него.